Я верю, что 22-й год будет годом великого прорыва. Мое послание звучит очень просто. Как высоко вы прыгнете, зависит от вас. Все мы знаем это, но я хочу привести вам пример. Если блох поместить в банку, они будут прыгать на определенную высоту. Они будут прыгать и вновь биться о крышку. И когда вы будете наблюдать за тем, как они бьются о крышку, то вы заметите нечто интересное. То же самое происходит и с людьми. Блохи продолжат прыгать, но уже не будут прыгать так высоко, чтобы не биться о крышку. Вы можете снять крышку, и хоть блохи и будут прыгать дальше, они не смогут выпрыгнуть из банки. Повторяю, они не смогут выпрыгнуть из прошлого, из боли, страданий вчерашнего дня. Старые ограничения будут влиять на них. Они не могут. Они оказались в таких условиях. Все очень просто. Они сами привели себя в такое состояние. Они могут прыгать теперь лишь на такую высоту. Сколько раз вам говорили, что вы не можете сделать этого? Сколько раз вам говорили, что это не для вас? Мы видим это в системе образования. Мы все должны учиться. Но люди начинают оценивать нас и говорить нам, кто мы такие. И мы живем с этими ярлыками до конца своей жизни. Я могу подпрыгнуть лишь настолько. Люди злятся, когда я проповедую Евангелие, которое говорит, «Вы можете быть теми, кем вас создал Бог. Вы можете быть головой, а не хвостом. Вы можете подняться наверх. Вам не нужно довольствоваться дном. Вы сотворены по образу Божьему. Вы необыкновенный человек с удивительным потенциалом. Вам лишь нужно понять это. Гедеон сидел в точиле, потому что его среда, его семья, его родственники считали его самым маленьким и слабым. И он не делал ничего для Бога. Но в книге Даниила, 11 главе, 32 стихе сказано, «Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Если вы готовы действовать в 2022 году, тогда вам нужно прославлять Господа. Часто люди сами ограничивают себя и не достигают своего потенциала. Кто-то сказал, могила — это место, где осталось больше всего нереализованного потенциала. Живи полноценно и умирай при этом спокойно. Если хотите полноценной жизни, поднимитесь на ноги и прославьте Бога. Я хочу чего-то большего. Живи полноценно и умирай с нереализованными мечтами во имя Иисуса. Блохи переставали прыгать высоко. Они думали, что делают все, что могут. 2022 год будет удивительным годом для тех, кто сделает выбор. Я сказал, сделает выбор. Выбор быть другим. Вы должны выделяться. Решать проблемы, искать решения, быть экстраординарным человеком. Это человек, который готов выпрыгнуть из челюстей, выбраться из лодки, поверить в то, что он может делать невозможное. Библия говорит нам в Евангелии от Марка, 9 главе, 23 стихе, «Если сколько-нибудь сможешь веровать, все возможно верующему». Вот почему так важно то, что вы говорите о себе. Людей готовят к этому. Я был пастырем маленькой церкви в Лейдсбрене первые 5 лет своего служения. Там были люди, которые ездили в отпуск. Фиксбург. В отпуск. Это их мир. Он ограничивается 70 километрами. Блумфонтейн. Я люблю вас. Мы начинали именно там. И тогда люди ездили отдыхать в кемпинг в Блумспрейт. Вот и все. Никто не ездил дальше. Они так привыкли к этому. Мы такие. Вот чего
мы можем ожидать. А вот какой у нас может быть отпуск. Аминь. Я был в шоке, когда я понял это. Я не говорю про историю, про людей, которые страдали от апартеида. Я говорю о людях, которые покупали машины и могли поехать на море. Но они не выезжали за свою зону комфорта. Комфорт — это не ваш друг. Посредственность — это не ваш друг. Хорошо — это не ваш друг. Когда девушка говорит «ты хороший парень», можете волноваться. Она не собирается выходить за вас. Ей нужен отличный парень, принц на коне. Ей не нужен хороший парень. Некоторые парни слишком милые. Вы не получите правильную жену, ведь так? Девушки знают, о чем я говорю, а все остальные ведут себя так, словно я говорю на ином языке. О нет, вы знаете, о чем я говорю. Вам не нравятся милые. Пожалуй, остановимся на этом. Люди склонны думать меньше о себе, считать себя ниже. Я всегда останавливаю людей, когда они наговаривают на себя. Я не люблю, когда люди говорят мне, кем они не являются, что они не могут сделать. Они унижают себя, наговаривают на себя, словно оказывают этим себе услугу. А Библия говорит, как человек думает, таков он и есть. И то, что вы думаете о себе, вы проецируете на других. Вы решаете, как люди будут видеть вас. Вы определяете, как люди будут оценивать вас. Никто не имеет права оценивать вас. И когда вы идете на собеседование, то оденьтесь красиво и будьте готовы. Даже если вам не хочется, вам стоит натянуть улыбку на лицо, чтобы выглядеть хорошо во имя Иисуса. Никто не любит людей, которые думают, что жизнь должна им что-то. Никто не ценит это поколение, которое называется поколением претенциозности. А меня не волнует, что говорит социализм. Меня не волнует, чего пытаются достичь люди под прикрытием этого проклятого вируса. Пытаясь превратить наш мир в социалистический лагерь, где все равны, я хочу сказать, все мы равны перед Богом. Все мы появились из утробы. Но у всех нас было разное воспитание и разное начало в жизни. И когда вы находите Бога, вы находите себя. И можете наверстать упущенное, обогнать людей, которые имели фору на старте, если оставите позади свое прошлое и будете верить в то, что Бог говорит о вас. Господь с тобою, муж сильный. Вспомните Гидеона. Сколько он сидел в точиле, мы не знаем. Он был наполнен цинизмом, сомнением, неверием. Его определяла среда, семья, мнение людей. Но что он сделал? Он поверил Богу. Господь сказал, «Господь с тобой, муж сильный». А Гидеон ответил, «Если Бог со мною, то почему вот это и вот то? Почему я родился в этой культуре? Почему я вырос сиротой? Почему да почему?» Бог не продолжил этот разговор. Он сказал, «Иди в силе и спаси Израиль. Я создал тебя, Иеремия, до того, как ты появился в утробе матери. Я призвал тебя, помазал тебя, поставил тебя пророком народов. Я сделал так, чтобы вы жили в 22-м, 23-м году. Ваше прошлое, ваша культура, неудача не имеет значения. Мнение людей не имеет значения. Важно то, что Бог говорит о вас. А Библия говорит во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 17 стихе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Настало время принять себя. Поднимитесь на ноги и прославьте Господа. Покажите, что вы готовы к будущему во имя Иисуса. Мы постоянно говорим плохо о себе.
Люди предлагают повышение на основании условий. Часто людям приходится терять себя, чтобы вырваться вперед. Им приходится идти на компромиссы, давать взятки, находить себе папиков, чтобы пройти учебу в университете. Но моя Библия говорит о другом. Я хочу поговорить об этом сегодня. «Будьте собою». Любите себя, но не как нарцисс. Любите себя и уважайте себя. Величайший дар, который вы можете дать себе, — это самоуважение. Ни один человек не имеет права забрать у вас самоуважение. Никакой парень или девушка, босс, муж или жена, никто не имеет права лишать вас самоуважения. Родители, учителя не имеют права лишать вас самоуважения, которое основывается на Христе. Если вы потеряете себя, у вас будут проблемы. Если вам приходится раздеваться, чтобы подписать контракт, вы теряете себя, сестра. Я был пастором в Блумфонтейне. Когда ко мне приехала одна женщина из Притории, чистая женщина, она была в открытом платье. Я спросил, а почему? Она сказала, пастор, если вы хотите, чтобы мужчины подписали контракт, то нужно одеваться правильно. Что, правда? Вы продаете себя или контракт? Вы продаете себя или так хороши, чтобы подписать этот контракт? Она называла это правильной одеждой. «О, да. Да». И я сказал «нет». Это просто отсутствие одежды. Если люди смотрят на тебя только как на тело, это плохо. Если люди не видят себя таким, как ты есть, не видят, что находятся... За пределами внешней оболочки Бог не смотрит на внешнее. Он не относится к вам на основании внешнего. В тот момент, когда вы позволяете людям использовать внешнее, они начинают управлять и манипулировать вами. Они не позволят вам достичь судьбы, потому что вы потеряли себя. Несмотря на все рецессии и трудности, всегда есть люди, которые зарабатывают деньги. Даже в нашей церкви есть люди, у которых бизнес процветает, и у них есть нечто общее. Это отношения, причем позитивные. Они ищут возможности. Они оптимистичны, не говорят плохо о другом, они не сдаются. Когда они проигрывают, то не считают проигрыш окончательным. Они поднимаются и слушают слова восстановления, как Давид в Сикелаге. Он укрепился, спросил Господа. Он не играл роль жертвы, не качал права, не играл в другие игры. Если Бог задумал что-то для вас, вы должны действовать, а не ждать. Вы не слишком черный или белый. Меня не волнует, какова политика. Если Бог задумал эту работу для вас, вы ее получите, потому что Бог даст вам благосклонность в компании. Люди могут говорить, что вы пожилой, белый человек и не получите работы. Или вы женщина и не получите работы. Вы станете первой черной девушкой, которая получит эту работу в той компании. А вы будете первым, кто получит работу профессором. Бог изменит всю среду, всю систему, если вы будете идти за Ним и не будете терять себя. Мир наполнен сейчас возможностями, но многие видят лишь препятствия, потому что их готовили к тому, чтобы видеть препятствия. Когда говоришь с некоторыми людьми, то от них никогда не услышишь позитивного слова. Когда видишь имя этого человека на экране вызова, то думаешь, о нет, это на полчаса. Мне понадобится отдых на Гавайях после этого разговора. Они несут один лишь негатив. Вы понимаете, о чем я?
Нет, потому что вы один из них. И это правда. Нас настраивают на это. Не всех, но многих. Нас настраивают на посредственность. Я поражаюсь тому, как люди борются за посредственность, когда говоришь им, что Бог не создал их быть посредственными, бежевой, серой, скучной, такой, как все. Бог не создавал вас для посредственности. Бог не создавал вас, чтобы вы были на дне. Бог не лицеприятен. Он не решает. Вот этого я благословлю, а того, пожалуй, нет. Библия ясно говорит, что Бог благословил нас всех. И когда мы стоим у креста, мы все имеем одинаковые возможности. Не одинаковое прошлое, но одинаковую благодать, милость и прощение. Слово Божие, и у всех нас есть дар выбора. Бог говорит, «Я призываю небо и землю во свидетели. Благословение и проклятие перед тобою. Выбери жизнь, чтобы ты и потомки твои жили. Вы выбираете свое будущее, принимая то, что Иисус сделал для вас 2000 лет назад. Он сделал это». Библия называет вас полноценными, она называет вас главой, она называет вас оправданными, освященными. Вы лучше завоевателя. Библия называет вас победоносными. Библия называет вас победителями. Библия призывает нас побеждать во всем. А религия борется с такими, как я, чтобы люди были бедны, словно бедность — это дар от Бога. Послушайте, бедность — это величайшее проклятие на земле. Мы должны провозгласить войну бедности. Это главный вирус в нашей стране. Мы должны избавиться от бедности в ЮАР, и мы можем сделать это вместе во имя Иисуса. У каждого мужчины и каждой женщины должна быть работа. У молодых людей должно быть много возможностей во имя Иисуса. У Африки есть богатство. Мы должны изменить свой взгляд и восстановить Африку, восстановить ЮАР, сделать этот континент гордостью мира во имя Иисуса. Мы не должны позволять людям эксплуатировать нас и воровать у нас, потому что мы думаем о себе хуже, чем должно. Вы слышите? Я всегда говорю, не думайте, что я белый. Нетушки, я розовый, я такой же африканец, как и вы все. Примите это. Меня не волнует, как мои предки попали сюда. Это моя земля, моя страна, мое будущее. Именно здесь я буду строить и любить всех жителей ЮАР и Африки. Аминь. На небесах нет квартала для белых. Людей готовят к тому, чтобы они довольствовались посредственным. Библия говорит, чтобы мы довольствовались, но довольство... это состояние разума. Довольство — это не место назначения. Павел говорит, у меня было много и было мало. Я научился довольствоваться. Но довольствоваться вовсе не означает соглашаться на меньшее. Довольство — это отношение. Имею или не имею, я в довольстве, я в победе. Мои эмоции не прыгают туда-сюда из-за состояния моего счета в банке. Но не говорите мне, что я должен жить в деревне, где после 28 лет так и нет электричества, нет канализации и питьевой воды. И вы хотите, чтобы я был доволен при этом? Нет, я не буду довольствоваться этим. Я буду в довольстве как человек, как дитя Божие. Но я не буду довольствоваться этой средой, бедностью, ямами, плохими услугами. Я хочу перемен и буду агентом, инициатором перемен во имя Иисуса. Не нужно пытаться уговорить меня супердуховной чепухой про «просто довольствуйся тем, что тебе дала жизнь». Нет, я не буду довольствоваться тем, что мне дала жизнь. Я буду довольствоваться тем, что Бог обещал мне в Своем Слове. Я буду получать доступ к тому, что Бог имеет для меня, верой в Иисуса Христа. Я не буду отсиживаться, ждать. Я буду идти, двигаться, потрясать, ходить по воде. Все потому, что внутри меня живет Бог.
Бог создал эту вселенную. Он продолжает творить, и вы тоже можете делать это. Используйте этот творческий потенциал. Нет ничего плохого с того, чтобы начинать с посредственного. Но довольствоваться этим... А что такое посредственность? Это вершина дна. Дно вершины. Потолок одного человека. Это пол другого. Для этого это может быть потолок подвала, а другой может жить в пентхаусе. Empire State Building. Не позволяйте потолку определять вас, кто вы такой. Моя культура не является моим потолком. Правительство также не является моим потолком. У меня есть Божий потенциал. У меня есть безграничный потенциал. Внутри меня. Я должен использовать этот потенциал благодаря тому, кто я во Христе. Мы говорим о вашем потенциале во Христе, о вашей жизни во Христе. Вот где вас ждет полнота и целостность. Там вы знаете, кто вы. Вот почему богословие, которое связано с цветом кожи, находится вне Божьего Слова. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 16 стих, говорит так. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. На самом-то деле Бог не знает, какой у вас цвет кожи». Простите, но Библия говорит, что Он не смотрит на внешнее. Так говорит Библия, а не я. Меня не волнует, что говорят там политики, что говорит политика какой-то компании, отнюдь. Не волнует. Если Бог задумал, чтобы вы стали директором, вы станете директором. Если Бог задумал, чтобы вы забрались на вершину, вы заберетесь независимо от того, как завидуют люди, независимо от того, что делают ваши братья, ненавистники, независимо от того, что люди замышляют против вас. Нет такой вещи, которая могла бы помешать Богу или забрать то, что Он приготовил для вас. Единственное, что может помешать вам, это вы сами. Братья и сестры, когда не верите тому, что Бог говорит о вас, и не становитесь теми, кем вас видит Бог. У нас в служении 300 работников. Я говорю им, я верю в вас, и поэтому я нанял вас. А вы-то верите в себя? Не говорите, что я верю в вас больше, чем вы верите в себя. Бог любит вас. Мне жаль, что нам пора заканчивать. Если вы живете недалеко от нас, то присоединяйтесь к нам. Вы услышите всю проповедь целиком. Вы ценны и важны, но настало время разобраться в своих отношениях с Богом и с собою. Мы не говорим, что достаточно помолиться раз, и все изменится. Я за молитву. Я сам молюсь. Но мы должны быть теми, кем нас создал Бог. И лишь когда мы становимся теми, кем нас создал Бог, мы можем прожить ту жизнь, которую Бог задумал для нас. Он не сделает все, а уже сделал. Он послал Иисуса. А если вы никогда не отдавали свои жизни Иисусу, то сделайте это сейчас. Если вы отошли от Него, то вернитесь к Нему. Он любит вас. Он пришел ради вас и умер 2000 лет тому назад. Где бы вы ни были, вы можете отдать себя Ему. Это настолько просто. Я люблю вас, пусть Бог благословит вас. Пишите нам во имя Иисуса. До свидания.